Экстремальное столетие. Жительница ЮАР отметила свой вековой юбилей, покормив акул прямо в море и прыгнув с парашютом. Еще накануне дня рождения Джорджина Хейвуд решила, что, несмотря на долгую жизнь, успела-то она не все испытать. Первую часть необычного торжества провели на территории аэродрома Кейптауна. Столетняя женщина, поднявшись на самолете в небо, ничуть не растерялась и, не робея, прыгнула с парашютом в паре с инструктором. Через два дня она приехала на побережье, где, надев водолазный костюм, погрузилась в затопленную водой клетку. Находясь в ней, Джорджина покормила акул, которые плавали рядом. После Хейвуд призналась, общение с морскими хищниками оказалось самым ярким впечатлением в ее жизни.